Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас 14 июня, пятница. Как всегда, пора уже уезжать с работы. Уже время, вон, еще 3 часов нет, но уже пора. Потому что летнее расписание, так сказать, неофициальное. В общем, домой мы валим чуть попозже. Так что впереди выходные. Все отлично. Почитал я комментарии, которые вы там понаписали под последним видео на данный момент. Да-да, именно последним видео в нормальном этом понимании, не крайним видео, как кто-то, возможно, скажет, исправит. Ты что, нельзя так говорить, надо говорить крайнее. Меня вообще прикалывают всегда эти суеверия. Крайнее видео, дома не свести, а то денег не будет. И, ну, в общем, вы понимаете. И прочие подобные вещи. Поехал я в одну сторону, но потом вспомнил, что хотел бы я заехать в магазин, как бы привычный для меня, когда мы жили здесь. А он не так далеко. Есть некоторые вещи, которые что-то не получается найти нормально в Whole Foods. Я просто привык уже к тому, что есть именно там. Я знаю, где это точно лежит, на каких полках. Из продуктов, я имею в виду там некоторые продукты. Потому что магазин Wegmans, он тоже хороший. На самом деле. Так же, как и Whole Foods. Кстати, про Whole Foods. О! Когда я сделал видео, как нам, ну, про доставку еды, которая у нас примерно раз в неделю случается. Естественно, доставка это была далеко не всего, что нам нужно. То есть, что-то у нас не раз в неделю заказывается или покупается. Мясо мы, например, покупаем в Costco, потому что тоже как-то привыкли там. Где-то раз в 3 месяца, наверное, иногда даже в 4. У нас есть место в морозильнике. Ну, в принципе, у нас есть второй холодильник с морозильником. И там у нас как раз хранится все, что должно лежать долго. Так что морозильник там забит мясом и подобными как бы вещами. Ну, так вот, начали, естественно, писать. Вот, да это дорого, типа Whole Foods, да это обман туда-сюда. А на самом деле, если прикинуть цены, посмотреть, причем еще и со скидкой Amazon Prime, и причем еще и как бы, хоть и небольшое, но 5% возврат, так называемый кэшбак с карточки, с кредитной карточки Chase Amazon Prime, то, вы знаете, цены в Whole Foods на самом деле не так-то и кусаются. То есть это все, опять же, мифы тех, кто там никогда ничего не покупал, кто ходит в Walmart, покупает. Я не хочу сказать, что в Walmart как бы плохие продукты, но, например, в наших здесь городах в Walmart как раз-таки продается всякая ерунда. То есть если кто-то живет там в Техасе, во Флориде, обычно там здоровые Walmart, Superstore называется, обычно, то есть не простой Walmart, а огромный, там, где действительно большая секция с продуктами. Даже там попадаются, в принципе, нормальные продукты, их можно есть, то есть это ничего страшного. Но дело в том, что вот у нас, например, таких больших Walmart'ов нет. У нас просто обычные Walmart'ы. Там тоже есть как бы отдел с продуктами, но он небольшой. И там реально какое-то невкусные вещи продают. И, ну, плохие там продукты, реально. Я говорю, если бы это был Walmart в каком-то Техасе здоровый, то там огромный выбор. Не то, что даже, может быть, плохие продукты. У нас просто нет выбора нормального в Walmart. Там все по одному, и все, как бы, ничего особо не возьмешь. Вот поэтому в Walmart мы не покупаем. Не потому, что там, типа, ой, Walmart это отстой, типа, там, Walmart туда-сюда. Нет. Просто потому, что реально в Whole Foods не такие уж и кусачие цены. Если вы просто вникнете в это и разберетесь на самом деле, что... А не просто так, как бы, ну... Просто так говорить, что, мол, а, туда ходят только лохи, типа, там переплачивают, это все то же самое. На самом деле, там переплаты особо-то и нет. Может быть, чуть, там, чуть-чуть дороже, но разница настолько мала. Меня пропускают. Разница настолько мала, спасибо тебе, мужик, что очень удобно именно заказывать вот такие вот, именно то, что каждую неделю надо покупать. Очень удобно заказывать прямо с доставкой, прямо домой. Работает это очень удобно. Все это делается либо
в интернете, на странице в интернете, либо в мобильном приложении. Моя жена все это в мобильном приложении заказывает, прям так. Там уже, у нее уже есть целый список, что она там обычно заказывает. Там все удобно сделано, можно быстренько, быстренько отметить то, что надо, раз-два, и заказ пошел. Выбираешь на следующий день, и нужно им указать двухчасовое окно доставки. Можно даже одночасовое окно доставки указать, но тогда доставка будет платной, самое интересное. А если двухчасовое окно, то бесплатное. Ну, все равно, конечно же, нужно дать чаевые, вы помните. Примерно обычно, если там заказ в районе $100 получается, то мы добавляем туда где-то еще чаевые по $10. Опять же, некоторые наши иммигранты очень жмотятся, мол, ой, я чаевые давать, это вообще зашквар. Ну, понимаете, здесь так система работает. Это надо просто привыкнуть, как бы, и забыть, как это было там в стране, где вы жили. Вот и все. Да, здесь просто вот так работает система, что эти люди, которые на доставке, обычно люди на доставке, их чуть ли не большая часть их вообще дохода — это чаевые. Но так вот это устроено, да, так работает так называемая в кавычках бесплатная доставка. Да, ну то есть доставка — это вот вы платите чаевые, это вы считаете, платите за доставку. А люди там получают какую-то сумму в час, очень мелкую. И вы знаете, я, конечно, не знаю, как это делается в Amazon Prime. Там, наверное, минимальную зарплату они все равно какую-то начисляют. А минимальная зарплата — это что-то около $9 сейчас в час в штате Нью-Джерси. У нас здесь не Нью-Йорк, это в Нью-Йорке, там в Нью-Йорк-Сити уже, по-моему, 15. А здесь у нас то ли 8.35, то ли 8.85, ну что-то такое. В общем, округленно около $9, скажем так. Плюс, конечно, они с этого еще налоги какие-то платят. Хотя с такой зарплаты, скорее всего, не. Я помню, когда-то много-много лет назад, мы, по-моему, с таких зарплат не платили никаких налогов, честно говоря. Потому что, когда у тебя маленькая зарплата, то по прогрессивной шкале никаких налогов ты, по сути-то, и не платишь. Наоборот, еще тебе приплачивают чуть-чуть возвратами. В общем, система такая, некоторые пользуются этой системой, конечно, некоторые наличкой зарабатывают, а сами показывают очень маленький доход. Есть и такие у нас здесь деятели, их очень много, показывают маленький доход, не платят никаких налогов и еще и получают, значит, бесплатную медицинскую страховку от государства, которая, в принципе, оплачивает все. Даже без доплат, то есть там за лекарства полностью оплачивает страховка государственная. То есть все вот эти мифы о том, что вот лечиться в Америке дорого, понимаете? Да, средний класс, который, может быть, не все могут позволить себе страховку, там да, это немножко бывает проблема. И то, вам могут выкатить какой-то счет, но вы можете его оспорить и попросить, чтобы там платить, не знаю, там по $10 в месяц в течение там 10 лет. Если у вас какая-то была операция. То есть это не то, что все смертельно. Все вот эти разговоры о банкротстве из-за медицинских счетов, люди просто не умеют с этим как бы работать. Люди не умеют постоять как бы за свои, ну, постоять за себя. То есть, ну, в том плане, что не обязательно, далеко не обязательно платить многотысячные, десятитысячные счета медицинские, когда можно все оформить в очень хорошем виде и, в принципе, как бы заплатить очень-то немного, если уж на то пошло, если уж действительно приходится платить. Так что вот такое вот видео получилось ни о чем, о том, о сём, о нескольких темах. А я пойду в магазин и возьму там несколько продуктов, к которым я привык просто именно из этого магазина. А вам до свидания, всего хорошего и увидимся. Пока-пока.